К уржению пришла весна. На дворе еще февраль, одни уже стоят погожие, ветры дуют теплые, и заботы у колхозников республики весенние. У овощеводов колхоза имени Ленинграда поднялась в парниках рассада капусты и помидоров. Начались работы и на полях. Готовятся к севу хлопка труженики артели «Победа». Им предстоит в этом году засеять более 650 гектаров. Судьба будущих урожаев во многом решается сейчас, в эти первые весенние дни.